Є чудове прислів'я: чого очі не бачать, того і серцю не жаль. На русском звучить ще жорстче: з глаз долой і серце вон. Увы, это очень свойственная нашей нации поговорка. У нас плохая память на добрые дела. Не у всех, конечно, но у большинства. Сегодня 45 лет исполнится Ярославу Москаленко, депутату Верховной Рады двух созывов, 7 и 8, который избирался по нашему 96 округу. И, боже мой, как много у него в отчетах приставки «не», «не имею», «не владею», «не отримував матеріальної допомоги, компенсації за проживання і проїзд», «не використовував автопарк Верховної Ради», «не користувався правом на безкоштовне медичне обслуговування». Я в житті бачив багато народних депутатів, але, пожалуй, таких відкровенних, щедрих, толкових і талантливих не так часто. Казалось бы, живет с другой стороны Киева и практически на все славянские праздники и сложные моменты всегда рядом, всегда приезжает. На его последнем прямом эфире в июле в 2019 году я спросил у него, а как часто он бывает в Славутище? И он стал на пальцах пересчитывать. Ну, получилось как минимум раз 10 год. Заседание с громадской рады, так? Угу. Да. День міста. День міста. 26. Зося. Зося. Як стати мером програма. Як стати мером програма. 26. Зустрічі з Святого Ніколая ви завжди посещаєте, причому з подарочками, наскільки я пам'ятаю. Так, 6. засідання з молодіжною радою. Тут з дітьми, коли я зустрічався. 7. Ну, це так от, 7 достатньо, раз в місяць. А потім телезрителі ще додали кілька встреч. Так що, виходить, він поскромничав. Він допомагав і спорту, і культурі, і медицині, і простим людям. Він воював за наші 10% від будівництва Цхаята, допомагав АТО. Да все, і не упомніш. Хоча є славучани, у яких хороша пам'ять. Ярослав Москаленко славучани знають дуже давно. Учитывая його активну позицію, и то, что он занимает по многим, в Верховной Раде по многим чернобыльским проблемам, и его помощь городу, я считаю, Ярослав Москаленко является одним из самых эффективных депутатов за всю историю Верховной Рады Украины, которые помогали городу Славутичу. Я багато чула про його добрі справи, і багато в чому він допомагав і адресно дітям з інвалідністю, людям з інвалідністю. І це, звичайно, характеризує його з позитивної сторони. Особисто познайомилась нещодавно, і позитивне враження він справив на мене. Тому, це перший депутат в місті, якого я знаю, який спілкується з людьми. Помогает и ветеранам АТО, и ветеранам афганцам, и чернобыльцам помогает. Помогает детям, спорт, там, культуру. Потом, что еще? Я знаю, что он, я вхож в комитет Чернобыльской, комитет Верховной Рады по Чернобылю. Я знаю, что он писал законы по чернобыльцям. Досвід співпраці із Ярославом Москаленко і його професійною командою говорить про те, що він завжди поруч. А дивіться, це неймовірно, але щорічний міжнародний фестиваль дитячої демократії, телебачення і преси «Золота осінь Славутича». Він щорічно з нами, він щорічно допомагає. Да, це його національний проєкт «Яскраві діти України» для творчих дітей. І в тому році це була наша славутичанка Машенька Анюшкіна, а в цьому році Ліза Дудкіна. Він любить молодь, молодь любить його. Ярослав Москаленко по его виду деятельности действительно служит людям Славутича и не только. Неоднократно я обращался с вопросами о помощи детям Славутича, которые малообеспеченные, и он откликнулся, единственный среди всех депутатов, которых я знал. Помог не материально, а помог, как говорят, приобрести удочку. И эти дети до сих пор благодарны, вспоминают его помощь. Ну и, конечно, они возвращаются в Славутич, приезжают со своими детьми, радуются вместе с другими моими выпускниками. А в прошлом году он проиграл выборы, и мы про него забыли. Хотя на одной спортивной базе еще до сих пор лежит его подарок – покрытие для нашего футбольного поля. А в Киеве никак не могут выбрать, кто же будет его стелить.
А подаренный вами концерт на фестиваль «Золотая осень» Славутича славутичане будут помнить, наверное, очень долго. Это был, пожалуй, один из лучших концертов в истории нашего фестиваля. Зараз, після того, як виборці показали червону карточку, так, я повернувся в своє життя 12 років, яке було назад. В принципі, всі люди залишились ті самі, які зі мною працювали, навіть ті, що були в політиці, вони залишились зараз зі мною. Більше роботи в них переформатуватися на бізнес. Я швидко це роблю. От і далі не збираюся зменшувати свою соціальну активність. Я буду далі потужно працювати. В общем, жаль, що ми так швидко розсталися. І, мені кажеться, вам теж жаль. А сьогодні у вас юбілей. 45. Всего 45. Это же начало взрослой, серьезной жизни. И хочется пожелать, давайте чаще встречаться. Ведь вам и нашему Славутичу было хорошо вместе. Почему бы не продолжить? Да, я понимаю, вам тоже обидно, но время все лечит. С мини-юбилеем вас. Здоровья, удачи, верных и преданных друзей. И пусть ваш Динас выйдет в высшую футбольную лигу и сыграет с Барселоной. И с каждым годом в вашей жизненной копилке будут добавляться добрые дела. Мы знаем, сил, опыта, мудрости, желания у вас хватит. С юбилеем вас, Ярослав Миколаевич. Ну, я очень благодарен этому городу, потому что я сегодня прикоснулся к частичке прекрасного, почувствовал себя членом большой семьи. Понимаешь, все еще будет, в сто концов убегают рельсы, самолеты уходят в рейсы, корабли снимаются с якоря. Если б помнили это люди, если б помнили это люди, чаще думали бы о чуде, реже бы люди плакали. Счастье, что оно, даже птица упустишь и не поймаешь, а в клетке ему томиться тоже ведь не годится, но трудно с ним, понимаешь? Я его не запру безжалостно, я его не запру безжалостно. Давай, давай. Я его не запру безжалостно. Я так чуть-чуть. Крыльев не искалечу. Улетаешь, лети, пожалуйста. Давай все вместе. Улетаешь, лети, пожалуйста. Улетаешь, лети, пожалуйста. Знаешь,